Добрый день, друзья мои! С вами канал The New Woman. И не поговорить ли нам сегодня о трендах весны-лета 2019 года? И начнем мы с юбки-пачки. Если ваша фигура песочные часы, ну или хотя бы остатки песочных часов, вам непременно стоит попробовать этот тренд. Вы будете чувствовать себя настоящей балериной. Слишком экстравагантно? Тогда обратите внимание на вот эти вот маленькие яркие сумочки прямоугольной формы. Это тоже один из трендов сезона. И женщина любого возраста, любой комплекции может позволить себе взять в руке вот такую маленькую сумочку. Дальше будет интересный образ. Здесь желтого цвета. Посмотрите, как смотрится эффектно и красиво. Вот один из самых удачных. Сочетание серого и красного. Красный цвет поддерживается красной маленькой сумочкой. Смотрится очень мило. Здесь рыжего цвета или карамельного, скажем, сумка тоже очень мило. И любой образ можно сделать более интересным таким образом. Слишком экстравагантно для вас. Хорошо, давайте посмотрим на аксессуары для волос. Вот такие валики или тюрбаны. Это очень-очень модно. И совсем ничего не стоит. Посмотрите. Белая, яркая, эффектная рубашка, освежающее лицо. Тюрбан голубого цвета, который называется королевский голубой, Royal Blue. Очень мило, красиво. Белые рубашки в тренде. Достаем, охотно носим. У меня есть, напишите в комментариях, есть ли у вас. Блузки, рубашки белого цвета. Носим с цветными юбочками, с джинсами. Я ношу с серыми джинсами. В этом образе что интересного? Платочный принт на юбочке, ее неровный край. И свитер, заправленный внутрь. Дальше несколько образов будет многослойных в сочетании бежевого и оффуайт молочно-белого с белым. Консервативное сочетание, спокойное, приятное и очень комфортное. Платье голубое-рыжее. И многослойность за счет черного свитера. Сочетание голубого, серого и белого. Приятное такое, спокойное. И вот дальше посмотрим два образа. Посмотрите, белый-бежевый и клетка бежево-темно-серая. Тоже спокойное, приятное сочетание. Соломенная сумочка – один из трендов. Ну, я не сказала бы, что очень такой острый, но тем не менее, это недорого, и это всегда оживит образ, сделает его более актуальным. Дальше идут брючные костюмы. Я заметила, что женщины элегантного возраста очень болезненно относятся к тому, что одежда сейчас свободная. Посмотрите, вот пиджак здесь, жакет, свободной формы. Им хочется все время чего-то такое приталено, фигурчики свой показывать или складочки на спине. Это, девочки, не модно, не актуально. Расслабленные, более такие свободные образы мы сейчас носим. И чувствуем себя в них очень-очень комфортно. Прямые брючки свободной формы. И поверьте, это будет хорошо смотреться и на худеньких, и на полненьких. Здесь жакет свободной формы и брючки свободной формы. Это монохромный комплект, два оттенка одного и того же цвета. Сумочка-ведро по-прежнему носим, но как бы это не самый такой острый тренд. Это было в прошлом сезоне, ровно год тому назад. Клубный жакет и джинсы. Соломенная сумочка. Снижает как бы градус. Вот такие блузочки, это тоже не самое такое острое в этом сезоне, но по-прежнему обратите внимание тех, кто хочет выглядеть изящнее, потому что диагональ очень рекомендуется всем женщинам выдающихся форм 56, 58, 60 размера. Многослойный комплект, почти платьица, да, при него джинсы и жакет. Сверху пиджак. Вот, вот эту вот блузку я рекомендую всем, у кого плюс размер. Секрет ее в том, что она подчеркивает линию талии, но не подчеркивает объем. Чинит тело 1/3 туловища, 2/3 ноги, вытягивает силуэт. Очень-очень хорошо. Здесь
вся суть в том, что полоска и клетка, микс принтов. Цветочные делаем графические. Вот здесь то, что раньше бы сказали миксилами города. А сейчас посмотрите, это тренд сезона. Берем из своего гардероба несочетаемые вещи, пытаемся сочетать и смотрим, как они подходят друг другу. Дальше идут женственные, милые, нежные летние платья. Хотите прикрыть предплечья, прикрывайте бантинами или жакетами. Неровный край внизу – это актуально для всех женщин выдающихся форм. И запах образует диагональ. Очень хорошо. Это платье очень красивое, но рекомендуется более юным женщинам в сочетании малахитового с винным, открытые плечи, очень милые, женственные, экстравагантные. Здесь опять соломенная сумочка. И вот такие крылышки, чтобы прикрыть ручки, можем себе позволить всем. Женственное милое платье, две фактуры, кружево и что-то легкое, типа модельки. Мило, женственное. И небольшие такие рукавчики. Маленькое черное платье традиционной формы, а вот туфельки, обратите внимание, если у вас изящная щиколотка, обязательно выберите обувь с завязочками. Платье макси. Цветочный принт, но, что называется, не бабский, милый, элегантный. Цвет бордо поддержан прямоугольной сумочкой. Еще раз запашное платье. Если не хотите объем талии подчеркивать, делаем такую только драпировочку. Объем талии не подчеркиваем, но запах очень рекомендуется. Платочный принт – один из трендов сезона. Можно делать из платков, можно выбирать ткань с имитацией платочного принта. Многослойный образ, две будут. В общем, все обычно, но вот этот полосатый платочек мне понравился. И те женщины, которые хотят закрыть шейку, можно ее красиво и элегантно закрыть. Вот таким именно полосатым платочком. И обратите внимание на рубашку. Она закрыта, она внутрь джинс, но бока прикрыты плащом. Еще один комплект, который тоже можно порекомендовать по многим женщинам, потому что вот этот вот жакет, он так как бы собирает образ. Можно носить хоть кому. Женственный горошек, всегда в моде. Мы подходим к концу, заканчиваем наш показ. Спасибо, что вы досмотрели его до конца. Хорошего дня, прекрасного настроения. Мы вас любим. Мы очень ценим то, что вы заходите на наш канал, оставляйте комментарии, любая критика. Жду ваших лайков, новых подписок. С вами был канал The New Woman. Удачи!